Заставить робота рисовать с помощью компьютерных алгоритмов для этих детей не представляет и труда. Тем более, когда все это вызывает неподдельный интерес. В соответствии с нашим временем, конечно, интересно. Интересно самому создавать и изменять как-то робота. Познакомиться с тем, что такое искусственный интеллект, что такое цифровая экономика, цифровизация образования и так далее. А дальше уже они смогут выбрать сами, допустим, профессию. Но насколько такое умение востребовано и перспективно ли работать в IT-сфере? Сегодняшний рынок кадровый по информационным технологиям испытывает голод. Проект «Урок цифры» выполняет роль популяризации именно развития цифрового. Без этого развития точно конкурентоспособность нашей страны не будет на должном уровне. Урок цифры посетило около 9 тысяч школьников края. Несмотря на то, что компьютерное оснащение многих сельских школ оставляет желать лучшего, проводить подобные занятия, по мнению организаторов, необходимо. Ведь сейчас без знания современных технологий никуда. Анастасия Бертенева, Ирина Харитон, Александр Антропов. Наши новости.